В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как я научился управлять своим телом. Потеть должно что-нибудь другое, ты перенаправляешь пот. Технологии будущего. Я думаю, тебе надо уничтожить. Бронированная 3-литровая банка. И, конечно же, комичные падения. Пошел отсюда. Смешно упал. Всем хай, с вами Юджин и друзья. Для тех, кто не читает посты, которые я пишу в сообществе YouTube и в своих соцсетях, которые в описании по ссылочке будут, я вам скажу, что вчера видоса не было, потому что я приболел. Вы можете слышать сейчас по звучанию моего голоса, что я немножко еще болею, но я не мог ждать, не мог терпеть больше, я очень хотел поиграть с вами в Резик, поэтому мы с вами играем в Resident Evil 8. Добро пожаловать в Resident Evil 8 Village. Мы с вами решили головоломку, смыли воду и все дерьмо вместе с ним, надеюсь, в виде огромной странной рыбы, которая на меня уже ползет. Нет, 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 я не ожидал. Я не ожидал, что он сейчас так разозлится на меня. Не было у меня умысла тебя сильно сердить. Ты куда? Куда он? Куда он убежал? Я думаю, надо взять что-нибудь покрепче. Да, вот это вот, например. Где он? Надо теперь здесь ходить. Нам придется теперь ходить вот здесь вот по выкисшей земле. О, прикольно, мы до этого вот здесь, получается, ходили по этим крышам. Ах, сокровища морские. Я нифига не вижу, если честно. Как-то темновато. Первое октября, солнечно. Матерь Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. Я усыпил их какой-то жидкостью, а потом положил Каду в их животики. Теперь я жду, когда Каду вырастет в их животиках. Такой милый. 2 октября, пасмурно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки. Но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни, чтобы положить Каду в их животики. Что это? Большой магазин. Прекрасно. Прекрасно. Где этот большой магазин? Дайте мне его. Срочно. И использовать деталь на моем пистолетике. У нас будет теперь все такое нежненькое сегодня. Каду в животике. Магазин в пистолетике. Сюда нам надо? Чую я, сейчас нападет на меня он. Я чуть не думал, что мы будем с ним сражаться. Мне казалось, он просто сдохнет без воды. Потому что он навсегда обратился в рыбу. Но это все не так. Окей, мы еще можем сюда пойти. Можем на крышу встать. Блин! Тихо! Подохни! Прошу тебя! Беги! Итан! 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 Ты можешь бежать? Нет. Он не хочет. Он считает, что ему не стоит залезать. Ему лучше здесь остаться. Так, стоп. Что у меня есть? У меня есть вот эти вот бомбы. И мина. Давайте мину заюзаем. Вместо ножа. Так. Положить. Побежали. Побежали, 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 побежали. Так. Где он? Мара! Еще хочешь? Он высвободил свою оболочку. Вот что нам надо делать. Для этого можно использовать снайперку. Так. Где-то... Тихо. Тихо. О, блин. Побежали. Чё это я не буду убегать? Ты видел себя? О! Смотрите. Бочка. В какую сторону пойдет? Ой, прям сюда выйдет. Побежали. Оп! Чёрт. Я промахнулся мимо бочки. Опа.
Зачем он ударил? Зачем? А, это я нажал крестик. Так, есть. А, фак! Заблевали. Мою руку. Взять. Валим. Где он? Вот ты где. Блин, сейчас меня кацанет. Нет. Ладно, чуть-чуть обрызгает, но ничего страшного. Перезаряжаем и валим отсюда. Срочно. Так, хорошо. Мины. Давай, иди ко мне. Вы что-то не взяли здесь еще? Мне его жалко. Он, блин, какой-то очень... Его очень жалко. Здесь я зря на мину поставил. Тихо, убрать. Валим. Чуть дальше. Да ладно! Стоп! Чуть не подох. Он устроил кислотный дождь мне. Мне нужен поднавес какой-нибудь. Ох ты, свинья. Ну-ка, блин, погодите. А я и не могу даже сделать. У меня нету травушки. А сколько у меня осталось? Один. Ну, здорово. Ах ты, скотина. Хотел меня в ловушку, да? Сейчас опять это будет делать? Сюда иди! Тихо. Не сым. Ну, давай. Давай, оп. Ему наплевать? Блин. А! Ой, блинушки. А, нет. Почему? О. Так, шотганим бочку. Так, выстрел. А, мимо. Да стреляй, урод. Какой ты ублюдок. Плохо стреляешь. Он не сразу стреляет. Мне нужно травку найти срочно. Почему я не могу наверх забраться? Тихо. Да ты можешь? Мне очень плохо, ребят. У меня очень мало хп. Погодите, а эту штуку я могу использовать? Нет, не могу. Блин. Ладно, давайте польем себя. Черт с ним. Все, дождь закончился. Спускайся давай. Давай, ко мне. Come to daddy. Смотри на меня так. Да, пожалуйста. Ну почему ты так долго стреляешь? Скорость стрельбы здесь очень низкая. Давай, еще раз. Побежали. Пробуем еще раз со снайперки по нему пострелять. Тихо. Не попадай. Черт. Ему насрать на мою мину. Побежали еще. Да блин! Какой ты медленный, Итан! Вот что в седьмой части, что здесь, меня это прям бесило. Почему ты не можешь двигаться, как в Думе? Но! Ну блин! Не лечиться даже нечем. Я не знаю, как мне биться с этим сраным боссом. Что? Я убил его? Я был на грани, и он сам сдох в итоге. Есть! Это мина, это прекрасная мина, которую я оставил там. Есть! Кристаллический морок. Так и помер. Уродец. О! Охренеть! Просто охренеть, вот это победа.
Так, помним, да, наш прикол? Если я не сдохну ни разу за серию, лайк обязательно ставишь. Если я сдохну, дизлайк ставишь. Потому что дизлайк вы с охотой поставили в прошлый раз. Так что да, все, играем по-честному. Так. Наша задача. Найдите выход. А где его искать? Мы теперь можем здесь забраться, интересно? Не, мы все равно не можем забраться. Это просто знак того, что здесь есть припас. Какой-то припас. Куда мне теперь? Куда мне теперь себя одеть? Чё-то пока не могу допереть, куда мне себя деть. Там бочка еще есть. Она не нужна нам, может быть, что-то сломается. Нет. Выход под водой. Соответственно, находится что-то где-то здесь. Мы еще можем пошариться? О, нет. Сейчас давайте попробуем здесь что-ли пройти. Выход прямо по курсу. Ага, спасибо. Я тебя прошу, какую-нибудь травку дай мне. Спасибо! Ух. Что я сделал? Не то я сделал. Хотя тоже полезно. Давайте еще одну мину забабахаем. Полечим себя. Ух. И еще травка. Так, ну нам нужен реагент теперь. Стоп, а это что за место такое? Это как раз таки он был здесь. Мы его первый раз здесь встретили. Теперь мы по эту сторону. Матерь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит, и я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы. Мы все должны прийти на церемонию. Но матери, похоже, все равно. Матерь сказала, что роза – оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет, я этого не хочу. Нет, 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 нет. О, блин. И сейчас из этого телека такой моно вылезает. И типа, ой, я не в ту игру попал. Куда нам далее? Нам далее вот сюда надо открыть эту дверь. Ключ не подходит. В смысле? Шестикрылые. Чего? Вот, шестикрылая. А, четырехкрылый. Мне нужно еще два крыла найти. Должно быть здесь по-любому. Да, вот. Как я мог не заметить. Объединено с ключом. Все, Что? Катсцена. Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я погодите, этот помочь. Телек работает в обе стороны? Я подружиться пытаюсь. Это типа скайп-телек? Я могу посылать ему голосовой сигнал? Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься? Так и быть, помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот ублюдок. Ах ты ублюдок. Знаешь, что назад к кладбищу это через оборотня снова. О, Каду. Оно живое? Это же как раз таки вирус этот. Я думаю, тебе надо уничтожить. Бронированная 3-литровая банка! Короче, тут скайп-телек и технологии просто сумасшедшие. Хотя замаскировано под ретро. Очень хитро. А эта деревня на самом деле мегаполис. Да? Почему? Используется? Использует. Еще тут небось метро есть? Да? С Wi-Fi. Мы где? Мы в знакомом месте находимся. Отлично.
Стоп. Вот это что такое? Механическая дверь? Ладно, гоу, там посмотрим. Да, Моро пока был самым сложным боссом. Самое легкое это Донна Беневенто. Она вообще легкотня была. Вот мальчик ее, маленький младенец здоровый. Маленький здоровый младенец был очень сложным. Точнее, он был скорее более очень страшным. Все, выходим. Выходим, ничего не упускаем. Мы под мельницей. Тут нас могут напасть. Поэтому аккуратнее. Я уже слышал что-то неприятное. А, вот это приятный звук. А, да. Ах, ребят. Простите, меня чихи одолевают. Вот прям подходит. Я еще перед записью видоса так смачно чихнул. Знаете, бывают такие прям смачные чихи, после которых ты выговариваешь свое любимое матерное слово и такое... как будто тебя просто душа из тебя вышла. Так. Мы должны куда там? Механические ворота. Вот. А чего-то здесь нету. Рукоятка подойдет? Подойдет! Что-то я делаю что-то, но ничего не происходит. А, что-то открылось. Стоп, давайте здесь откроем тоже. Все, пусть будет открыто. Окей, мы сейчас идем прямо... Прямо фиг знает куда. Здесь мы уже были, вот деревня. Но нам нужно вернуться на кладбище. Скорее всего, мы вот отсюда откуда-то выйдем, да? Да. Какое-то сокровище будет даже. Вороны ничего хорошего не предвещают. Опа! Опа! Кто? Где? Где? Кто там? Кто рычит? Это твари эти. Фу, какие... Я не могу на них смотреть, они очень неприятные. Шар с русалкой. Сейчас мы применим его где-то здесь. Так, надо избавиться от тебя. Ты меня, блин, выводишь из себя. Может, не стоит тебя трогать. Да, пошел ты в жопу. Это летает себе, летает, пусть живет. А, блин! Какого? Какого? Блок! Блок! Ты споткнулся, да? Дайте. Опа, а я блокирую твой серп, понял? А ты мою патрону можешь блокировать? Нет? Слабак. Фу. Все, он испарился, растворился. Оленьи патроны. О-о-о! Это меня запугает, да? А! Они так, блин, вокруг меня летают, словно я... Кто это издает звук? Ты где-то прям здесь, да? Слышите, прямо оно вот... Вот ты где! Ха-ха-ха! А! В дом! Дом! Комарьё! Тут нет москитной сетки! Очень плохо! Слушайте, ну что вы как гули кружите вокруг меня? У меня тут нет хлеба! Надо просто забежать, и все. От! А, блин, ты как ты здесь оказался? Я даже не видел тебя. Спутал тебя с кучей дерьма. Да, блин, ты сдохнешь или нет? Кто еще? А, их двое здесь, да. Оп. Я блокирую. Все. Фу. Короче, в домах всегда будет по одному зомби. Или по два. Как минимум. А где, погодите, куда-то мы еще с вами не пошли? Где можно применить этот шар? Да, блин, не могу с вами. Смотрите, как солнечно стало. Вот, крыло тебя подбил. Не, промахнулся. О, отсюда замок видно. Значит, нам надо вот сюда идти, хорошо. Да, блин.
Опа, подбил. Опа. Ой. Подбил. Все, 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 все. Сокровище. А! А, фу! Фу, мерзко. Все, избавился от всех, да? Можно спокойно ходить теперь. Спасибо, наконец. Слышите? Так. Они заперты там. Можно пойти дальше, а можно обязательно заглянуть в этот дом. Обязательно. Сейчас, 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 сейчас. Сначала осмотрим, что вокруг здесь есть. Гавкают там, как собаки. Они знают, что я здесь, да? Они слышат меня. А, он кушает, кушает. Все. Что это? Открыто. Револьвер! Матерь Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду. Но все трое сделали бдыщ и все испачкали. Стоп, будут взрывные монстры, что ли, какие-то? Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Вот это тот волк! Это его... Это кто? Это Гейзенберг сделал? Так. Блин, я ожидал, что здесь будет эта мини-игра с шариком. Но здесь нету. Тут будет человек. Монстр. Человек-монстр будет здесь? Опа. Тут будет человек-волк. О, блин. Вот он. Волчий снаряд. Прямо в задницу. Прости, пожалуйста. Ну как бы я неуязвим для него. Я могу сколько угодно так стоять. Опа! Прямо в очечко ему. Так, мне нравится этот револьвер. Дайте посмотрим, как он... Что он стоит. Чего он себя представляет. 1000... Ёлки зеленые. Да, давайте его сюда. Погодите. Погодите. Здрасте. Не подойдете ко мне? Пестолем просто по нему. Сейчас. Опа. Давай. Бегом. Беги. Беги. Оп. Ай. Ты не ушибся там. Это, блин, какое-то читерство на самом деле. Я себя читером ощущаю. Но на войне все средства хороши. Он немножко разозлился. Кстати, вы писали в комментах, что его можно убить. Что я, собственно, и пытаюсь сейчас замутить. А то что-то мне достало. Главное, чтобы он не обнулялся в КП своих. Кстати, мы можем еще сделать? Мы, кстати, можем еще... Оп! Забабахать. Мистер Волк! Мистер Волк! А, вот он. От тебя. По ушку. Бегишь? Ты бежишь ко мне? Бегишь? Come to me. Что-то он... Простил меня. Подставь вторую щеку. Ну, пожалуйста, беги сюда. Во. Тихо. Тихо. Давай. Я здесь.
Он сдох! Да, конечно, это фейловый монстр. То есть он прикольный, но фейловый. Потому что его очень легко можно убить, оказывается. Вот так вот мы, не парясь, убили только что волка. Волчара позорный подох. Так, все, больше здесь ничего нету. Я надеюсь, это был единственный. Представляете, как мы жестко продадим все, что от него осталось. Эти вот его останки. Мы взяли еще цветочек. Итак, колесо. Дай мне что-нибудь полезное. Дай мне что-нибудь полезное, пожалуйста. Что это? Опа, светошумовой снаряд. Блин, где-то мы должны найти еще штуку. Какую-то базуку, которая будет этими снарядами кидаться. Так, а чем мы сюда приперли? Что здесь вообще есть? Гейзенберг. Мне почему-то хочется сказать Хайзенберг. Он, в общем, сказал, что мне нужно идти на кладбище обратно. Это я помню, где находится. Ладно, пойдем. Где-то там, в другом месте мы найдем, наверное, эту мини-игру. Так, что-то тут пыльно. В принципе, это получается просто такое маленькое ответвление на карте. А возвращаться нам нужно в эту сторону. Блин, пожалуйста, пусть это будет единственный волк. Оп, кто сдал? Перестаньте. Сюда. Налево. Это он уже для меня построил? Сейчас, погодь. Зачем здесь свечи? Так, смотрим, что у нас здесь есть, что у нас здесь нет. Нам еще вот сюда надо как-то попасть. До сих пор не понимаю, как. О, поскольку сейчас волка этого нету, мы уже можем, мне кажется, как-то более тщательно изучить местность. Вот сюда надо попасть. Вон как. Вот оно. Блин, страшные звуки эти. Есть. Так. Это оно? Это оно пуляет? А, что-то надо... От чего-то надо отказаться. Нет, стоп. Как мне переместить его? Переместить вот так. Сейчас попробую небольшой микроменеджмент. Простите, я знаю, что это очень увлекательно. Готово. Ебач. Окей, давайте попробуем эту штуку. Она нам по-любому понадобится. Давайте ее поставим на... Блин, даже не знаю. Давайте вот так. Мины будем в самый нужный момент использовать. Благо, игра паузится, когда мы находимся здесь. Так, мы еще можем даже... Так, L2X... L2X, и мы меняем, да, хорошо. У нас взрывные и горючие. Мы все здесь? Красный. Тут еще сокровища. Погодите. А ну погоди. Отмычка. Ну теперь все. А, погодите, сокровища все перечеркнуто. Мы сделали это? Смотрите, эти врата открыты. Мы давно бабку с вами не видели, кстати. Роза ждет тебя. Хедшот. Я должен для герцога. Хоть мне и очень жалко это делать. Кстати, о герцоге. Давайте, прежде чем мы пойдем сюда, побежим, сохранимся. А вот герцог здесь что-то распевает. Что это у тебя такое? Погодите, он смотрит на колбу? Это тот самый эмбрион. Так,
подожди, давайте сохранялка. Ты его забрал, ты был в том месте, как ты был там? Я уверен, что он тот самый вирус Каду, и просто это его, не знаю, он так материализует себя. Здравствуй. А, извиняюсь. Так, что мы можем приготовить? Это вкусно, мясо... А, мясо не рыбы, ни хрена. А, спасибо. А я что, внес? Отдал. Блин, я уже внес. Ладно. Хорошо, нужно будет мясо птицы, еще и рыбу найти. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Хорошо. Само собой. Продажа. Кристальное кольцо. Животное кристальное. Мор кристаллический. Офигеть. Так, пока ничего не буду продавать. Это все ему оставил. Это от владыки Маром. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. А, 48 тысяч, чтобы проапгрейдить его на всего лишь на 200 единиц. Погодь. Давайте сначала посмотрим, что тут есть. Какие новые... Давайте вот это купим обязательно. Вот на что вы глаз положили. Этот пистолет мне вообще нафиг не сдался. Кажется, все, больше никаких апгрейдов здесь нету. Патрончики разве что... Давайте возьмем. Да, десятку. Ага. Еда — это жизнь. Так, так. Улучшить. Темп стрельбы здесь уже максимальный. Боезапас — это нафиг. Перезарядку есть, только быстрее сделаем, давайте. Mm-hmm. Что? А, все хорошо, я закончил. В целом, давайте, не знаю, а здесь уже ничего не улучшить, к сожалению. Давайте улучшим то, что мы можем тут. Темп стрельбы, например. Все. Вот так вот мы быстро все слили. Вот так мы сохраняемся. Счастливо. Счастливо. Ну что? Ну что? Встреча с Гейзенбергом, который Хайзенберг. Это трупы. С ними все окей. Шоу продолжается. Вот сюда. Ну, конечно. Здесь же шестикрылый ключ нужен. Фактически это предфинальный босс. Потом надо будет саму Миранду одолеть. А возможно и Розу. Которая станет мега-розой. Удачи. Этот чувак любит поиграть. А тут что? Ага, секреты. Я люблюсь... Стоп. Погодите, могут мне все-таки... Что из этого является ответвлением? Блин. Ладно, давайте пойдем сюда сначала. Тут везде... Стоп, это дом бабки? Тут все такое шаманское. Это по-любому ее дом. Значит, у нее есть ключ от этих ворот с эмбрионом. О. Так, и знал, что тебя здесь найду. Ненавижу тебя. Смотрите, там бочка, ее можно взорвать. Зачем она здесь? Она как-то странно стоит, такое ощущение, как будто за мной будет погоня, но здесь? Тут еще одна. Фиг его знает. Мистер Пиг. Стреляй без разбора. Ой, кто? Кто издал звук? Ах, мне опять чих подходит. Ах. Ненавижу это состояние полуболезненное. Что-то, мины, всякая фигня. А,
Кто это орал? Кто это орал? Кто орет здесь? О, блин. Тут и человеческие кости, и кости какого-то... О, блин. Это бабка-людоед, да? Почему вообще здесь? Мы здесь ради сокровищ, что ли? Кого-то там уничтожают. Просто в кашу. Походу, мы здесь ради сокровищ только. Блин. Сейчас подумаем. Давай сначала дальше что сделаем? Сначала... Да блин, не ту кнопку жму. Сначала положим мину. Ага. Нет. Тихо. Вот здесь. Потом мы возьмем тебя. Какие у нас тут фугасные, кстати, снаряды? Это что? Это фугасные... Поражающие цель в большой области. Ладно, давай их поставим сейчас. Короче, план такой. Мы встаем. Оп! Прости меня! Мы продолжать его... О! Так. Ну фиганул его вроде, да? Так, давайте еще одну поставим мину. Не сюда! А пистолет вернуть. Вернуть. Да, блин, как я путаюсь в кнопках. Тороплюсь. Вот. Окей. Так, ты где? С какой стороны пойдешь? Какая еще тварь здесь? Ой, блин! А, это еще летающие. Окей, мне понравилось это. Fire show. Куда мы теперь? А! Отойди, отойди, отойди от меня. Оп! А, блин, я стреляю так смешно, мне попад. Так. Блин, поздно, поздно. Евгений. Да ты можешь взять их. Скотина такая. Смотрите, он не берет. Он не берет. Все, меня скинули. Какой он кривой. Блин, не могу. У меня пальцы вспотели. А! Нет! Лей себя! Так. Два. Три. А! Что тут, мясо? Вкусно. Куда я бегу? Сокровище. Берись, 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 берись! Тварь такая! Так, положить! А-а-а! Фу, пальцы вспотели. А чё, всё, он не побежит за мной? Туда я заберу. Стоп! Это всё было ради сокровищ. А-а-а, нет, ещё тварь идёт. Подстрелить тебя, что ли, издалека? Не, не хочу на тебя патроны тратить. Ну-ка, а давайте проверим... Нет, я тоже не хочу револьвер проверять. Очевидно, что он мощный. Там еще один. Вверху сидит. Ладно. Блин, их тут слишком много. Headshot. Воу-воу-воу-воу-воу!
живы? Есть. Блин, чуть не подох. Чуть там не подох. Кстати, у меня есть что-нибудь, чтобы создать? Отлично, могу еще один создать. Ух. Блин, все хорошо, пока идет. Теперь идем к тебе, Гейзенберг. А! А! Они живые, да? Ух. Когда... Вот проблема геймпада в том, что у тебя пальцы, когда начинают потеть, у тебя все соскальзывает. Вот эти вот джойстики невозможно использовать нормально. Не знаю, может быть, те, у кого геймпад с детства в руках, может быть, научились сделать так, чтобы пальцы не потели? Типа, потеть должно что-нибудь другое. Ты перенаправляешь пот. Вы настолько самоконтроль такой мощный у тебя. Нет. Нет. О, нет. Зачморить. Упал, значит, зачморить надо до конца. Ой! Сам упал. Где? 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 Воу! Есть. Хорошо захедшотил. Случайно причем. Где-то еще один был. Вон он. Оп. Да блин. Пошел отсюда! Так смешно упал. Вот так. Такой прыжок. Если бы забавно, если бы все с такими звуками бы спрыгивали. Вот такая хохма у нас. Кто еще здесь? Один. По колено, по колено, по колено, по колено. Воу. Воу! Ах! Штука. О, видели? Прям по пальчику ноги. Да, блин. Так, 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 так. Просто решетим, решетим, решетим. А! Черт, воткнул мне в пупок прямо. Получай за это. Что перезарядить? У меня полностью заряжен. О, стоп. Давайте еще один сделаем. Оп. Хоп, мины эти прекрасные. Просто великолепные. Опять? Да сколько? Нет! Так, наводись! Оп! Стрейф. Так, она взорвалась у нее в руке, да? Хорошо. Что-нибудь еще есть сзади здесь, нет? Вон! Блин, реально как Властелин колец какой-то. Я осаждаю крепость. Крепость каких-то орков. А! Прямо меж глаз. Ржет надо мной? Так. Он мне тут устроил просто целый квест. Ладно, куда мне теперь идти-то? Я очень плохо прохожу квесты, понимаете? У меня слишком нестандартно работает мозг. Я начинаю придумывать всякие странные, нелогичные решения. Которые мне кажутся чертовски логичными. Все потому, что я мыслю, прям, знаете, вне коробки. Так, смотрите, сокровища. Да, ёлки зеленые. Вы достали меня. Вот, бросай свой факел. И поднять надо. Где еще? Тихо. Снизу. А, да блин. Воу, воу.
Хорошо. Воу, 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 воу. Есть. Все, блин, нам еще пару раз предстоит это сделать, да? Поубивать этих тварей. Смотрите, как много с меня патрон слили. Надо их сделать побольше. Мы не можем. Наверное, снайперкой лучше мочить. Издалека. Поэтому сделаем еще вот это. Смотрите, здесь где-то... Опа! Сокровище мы пропустили. Ну вы нафиг, а возвращаемся обратно. Во, наконец-то патрончиками наградили меня. Где-то, где-то, где-то... Подо мной прямо сокровище. Пойдем за сокровищами. Здесь? Слышь, какой-то шум такой. Они вот здесь где-то. Что-то я понять не могу. Где? Стоп, а может они наверху где-то? Они по-любому где-то наверху. Если мне как-то сюда забраться, потом можно будет, возможно, добраться до вот этого выступа. Фиг знает. Пока все не очевидно. Погодите. Вот, можно забраться по лестнице. Блин, я не допрыгну здесь. Ну, в смысле, он бы мог допрыгнуть, если бы мог прыгать. А, вот, нужно два рычага дернуть. Дерка один раз. Да ё! Не зови своих! Ой, блин! Ой, блин! Да, блин, не успел, не успел. Все, лить! Лить водичкой! Все, полил? Полил водичкой. Так, травушка. Это... Ломай, ты ч... Еще один. О, блин! Оп, раскрошил ему голову. Все. Да вас все, всех, блин, перестанете существовать сходу. Ты встал? Ты достал меня. А, у меня не перезаряжено. Так. Не знаю, это так, что ли? Кто еще? Где еще? Все. О, смотрите, я их всех перебил. Окей. Ты молодец. Нет, не всех, кто-то еще гапнул. А, все, я понял. Где я, где материал? А, бежать. Блокировать, бежать, блокировать. Там припасы есть, но пофигу. Все, это будет бесконечный поток тварей. Скорее, Итан. Итан, быстрей. Тут мы на скорость работаем. А! Ну, откройте мне, пожалуйста. О, я себя дал в засаду, да? В засаду. Пожалуйста, пожалуйста, дайте пройти, сэр. Пройти, сэр. Пройти, сэр. Полить водичкой. Полить сраной водичкой, я же сказал. Долго мне еще... Что мне делать? Побежали. Да. Как хреново, у меня просто жесть, как вспотели пальцы. Они вообще не слушаются меня уже. Крепость, крепость, наконец-таки. Гейзенберг, открой. Пожалуйста, печатная машинка, наконец-то. Они не идут за мной? Может, ты закроешь, Итан?
Ладно, они решили такие, все, мы не пойдем. Ну, набежал. Мы упустили, у нас был шанс, мы им не воспользовались, все честно. Итак, сохраняемся. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. На этом мы с вами закончим, продолжим в следующий раз. И нас ждет смерть Гейзенберга. Не нас. Мы так не подохнем. И, кстати, я не подох так и ни разу. Так что ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Все ссылки будут в описании. Также не забывайте про мой комикс Game Hunters, который я сам сделал. Прекрасный комикс, вам очень понравится. Вот здесь вот бесплатно доступен. PressE.ru. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И с вами был Юджин, и всем пять!